Сотрудники Прикубанского ОГИБДД провели разъяснительно-профилактические работы с автовладельцами, которые своевременно не переобули свой транспорт в зимнюю резину. Игнорирование правил, обеспечивающих безопасность практически всех участников дорожного движения, это уже не простая беспечность, а преступная безответственность, говорят полицейские. Ахмат Халкечев продолжит. Главная задача рядовых мероприятий – не карать водителей, которые не успели своевременно переобуть свой автотранспорт, а работа на упреждение. Ведь обстоятельства у каждого человека могут быть разные, и в каждом случае необходим индивидуальный подход. В основном обходимся предупреждениями, рассказывает старший инспектор по пропаганде Прикубанского ОГИБДД Заур Капушев. С 1 декабря обязательно использовать именно зимнюю резину. Потому как в любом случае, в особенности это бывает у нас утром и уже вечером, дорога бывает очень скользкая. В любом случае летняя резина свои свойства, скажем так, теряет, и она такого сцепления с дорогой, как зимняя, просто не может делать, и свойства ей не позволяют, и поэтому необходимо использовать именно зимнюю резину. Кроме проверки колес на автотранспорте, полицейские ведут еще и профилактические беседы. В частности, сотрудники ГИБДД обращают внимание водителей, что в зимний период сильно возрастает риск дорожно-транспортных происшествий из-за несоблюдения скоростного режима. В особенности нельзя терять бдительность вблизи пешеходного перехода и на перекрестке, говорят они. Это очень опасное дело. За рулем я много лет, 50 лет, так что я знаю, что это такое зима и все это такое, что менять надо. Безопасность должна быть. Ахмат Халкечев, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.